Слободзейский районный суд назначил наказание в отношении контрабандистов. Преступников задержали еще 5 марта 2012 года при попытке незаконно ввести на территорию республики товаров на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. По предварительной договоренности с пограничниками Украины, 3 микроавтобуса пересекли украинский пограничный пост Гребенник, где перемещение товаров, предназначенных для коммерческих целей, запрещено, и попытались проехать на территорию Приднестровья, минуя таможенный контроль. Как выяснило следствие, подобным бизнесом нарушители занимались не первый год. По настоящему уголовному делу было установлено, что с 2008 года нигде не работающие граждане Лабунский, Войнеровский и Бегуненко занимались бизнесом, незаконно перемещая товары народного потребления, минуя таможенные посты республики. Так указанные граждане распределили между собой роли по организации данного преступления, осуществляли осведомленность предпринимателей Приднестровья о месте и времени загрузки товаров на территории Украины в транспортные средства. А сам Бегуненко осуществлял непосредственную перевозку указанных товаров. Учитывая, что к уголовной ответственности нарушители ранее не привлекались, а также длительное предварительное содержание под стражей, суд вынес контрабандистам 2 и 3 года лишения свободы условно. Конфискованный товар обращен в доход государства.